Дорогу спорту. Центр города в воскресенье перекроют из-за кросса нации. Ожидается, что в бега пустится полсотни тысяч человек. Поэтому проспект Ленина в районе Федерального университета на полдня превратится в одну сплошную беговую дорожку. С половины 10 утра и почти до 3 дня перекроют движение транспорта на улицах Мира и Гагарина от Малышева до Первомайской и главный проспект от Восточной до Мира. Там можно будет перемещаться только бегом. Стартует кросс нации в полдень. Участники преодолеют дистанцию длиной в 2018 метров. Так горожане собираются поддержать проведение в Екатеринбурге чемпионата мира по футболу. Вместе со всеми желающими на дорожку выйдут олимпийские и паралимпийские чемпионы, футболисты клуба «Урал» и чиновники. Главное – иметь при себе справку о состоянии здоровья. Чтобы не простаивать в очередях к пунктам регистрации в воскресенье, можно заявиться на участие заранее. Зарегистрироваться можно в районных отделах физической культуры и спорта. Можно информацию о районных отделах найти на сайте каждого района, на портале администрации города Екатеринбурга. Ну и в день проведения мероприятия будет работать специальная палатка, там будет открыта регистрация. Для этого нужна справка о состоянии здоровья.